Господи Боже наш, слава Тебе. Любящий наш Отец Небесный, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, принявшего крестную смерть для нашего оправдания. Слава Тебе. Ты благословил наш труд. Ты сам сказал, поте лица Своего будешь есть хлеб Твой. Ты даешь нам эту радость. Хвала Тебе. Благослови это место приходящих сюда, избави от воров, от пожара, от нечистой силы. Господи, приди на помощь и защити от нападающих, желающих разрушить. Коснись их сердца, пробуди их совесть, укажи им на страшный суд Твой. А нас научи с благодарностью принимать все, что Ты допускаешь. Слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных новопредставленную рабу Твою, Анастасию Александру. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Слава Тебе! Сколько поколений прошло за эти 200 лет, как здесь появились люди? С чем они ушли, где они находятся? Верующих Тебя помилуй и упокой их во Царстве Твоем. И нас всех доведи до желаемой пристани Царствия, веди их навеки. Вечное царство любви. Боже, Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Покажи еще раз красоту. Вот, когда пруд этот полный-то будет, какой он будет, а когда будет? Ну, когда вот сумеем прокопать колодцы здесь. Родника ни одного нету. А родники были бы, тут была подпитка бы, все. Мало того, текла бы вода все время. Садимся. Вот у нас, смотри, какие с этим. Одинаковые кубаночки. Кепки. Он кверху их застегнул уши, а я сзади. Почину. Все. Давай, Володенька, садимся. Садитесь, я сяду сейчас. Ведро подай обратно. Ну все, слава Христу. Посмотри еще раз, я слава Христу там.